Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Сама Юктам Винда Банам Манухарам Ванча калпатару васчаки пасинду вивачу. Патитананг павуне бхавишна вибхьо наму нама. Мукан кароти вачаланг пангунланг хайтигирим. Ньятки патаманг ванди парамананда мадавам. Бриндахой тулсиде байпиявай кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттуи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Ветам Тато Джайо Мудирай Санкиртане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Нича Чадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Титас Падам Сиваринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Хавадибутам Банде Махапурусате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи такимапикапавадушу адарши Пурнану рагара сасагару сарамурти Сарадикаму и када кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прахунита Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прахунита Ананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджан Ламбита Хужау Канака Бодату Санкетаной кавитару камала ятакша Вишам бару дижа бару джугадхар мапало Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тапа Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тата Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гори Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Санатам Баги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясастхидая самбит, там нишинга махамбади. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Jathayathātmā parimijyade asaumat punnagāthā savano vidhāne tathā-tathā pasyati vastu-sukṣam chakṣu-saiva-anjano-samprajuktam
Ята ята атма паримиджате асоу матпунна гатха савано видхане татха татха пасяти басту сукшам чакшусайва анжано шампраджуктам. Гаурия Гостипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told at any circumstances Гаурия Гостипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что в любых обстоятельствах вы не должны оставлять Хари Бхаджан. Гаурия Гостипати, Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что ни в какой ситуации вы не должны оставлять Хари Бхаджан. Хари Бхаджан — это наша жизнь и душа. Верите вы в это или не верите, это не столь важно. Может быть, у нас есть какая-то собственность в нашей жизни. Может, различные проблемы приходят в нашу жизнь, чтобы остановить наш бхаджан и как-то помешать нам. Но все же мы не должны оставлять Хари Бхаджан все время. Мы должны совершать Хари Бхаджан, поскольку забыть Хари, прекратить совершать Хари Бхаджан — это самая большая опасность в нашей жизни. Такая опасность мы не можем даже представить. Мы думаем различные проблемы вокруг нас. И как мы можем совершать Хари Бхаджан? Одни проблемы вокруг. Но шастра, согласно шастре, мы приходим к такому, что различные проблемы, бесчисленные проблемы могут быть на нашем пути. И также перед Прахлад Махараджем, и перед Друвой Махараджем различные проблемы перед Бхактином Такуровой, Шрила Прабхупады, всегда возникали бесчисленные проблемы, и без Хари Бхаджан, без проблем, это очень редко невозможно. Хари Бхаджан невозможен без проблем. Всегда какие-то те или иные проблемы возникают. Проблемы, они помогают исправить нас, помочь нам в какой-то степени и утвердить нас на пути Хари Бхаджана. Хари Бхаджан без проблем мы не можем наблюдать нигде. Даже Радхарани она встречается с бесчисленными проблемами на своем пути. И вот согласно шастре, мы знаем это хорошо. То, что все различные опасности приходят в нашу жизнь, телесные проблемы, психические проблемы с окружающими и окружением. Но шастра говорит, что это не настоящая проблема. Настоящая проблема — это забыть Хари. Мы не можем понять этого. Кунти-деви смогла осознать. Кунти-деви просит Верховного Господа, ты должен послать различные проблемы мне. Почему? Да, она просит, чтобы различные проблемы приходили к ней. Why? Почему? Then we can remember it. Тогда мы сможем помнить тебя. Если Бхагаван даст мне какую-то позитивную ситуацию, все у нас будет хорошо, все уважают нас, и в этом случае мы можем забыть Бхагавана. А если весь мир против нас, и поэтому люди такие хотят совершать Хари Бхаджан, они предаются Господу от безысходности. И поэтому я не хочу ни денег, ни положения в обществе, ничего, поскольку я хочу обрести вкус Хари Бхаджану по милости Гуру Падмы. Это мое единственное желание. И вот неудовлетворение не может помешать мне. Какое-то недовольство не может остановить мой бхаджан, и поэтому согласно соответствии с шастрой мы знаем,
Випадо наива випадо, сампадо наиво сампадо, випадо хо висваранам висну, сампадо нараяна срити. What do you think danger? Что такое то, что мы думаем опасно, на самом деле это не такая опасность. Какую-то ситуацию мы воспринимаем как благодатную, она очень опасна, поскольку майя в такой какой-то хорошей ситуации может окутать нас, и мы забудем о Бхагаване. Если мы постоянно счастливы, то это не совсем правильное состояние и положение, поскольку в итоге это счастье, оно... Going to throw you in the ocean of misery. Это счастье может погрузить нас в океан страданий. You never gone through Gita? Вот в Гиту, кто изучал, например, это основная такая предваряющая шастра, которая дает нам фундамент духовной жизни. Я знаю, это фундамент, но без учения Бхагавад-гиты никто не может войти на путь Харибаджана. И вот Бхагаван в Гите говорит. Jadagra amritapamam pariname vishamivaha. Apparently it seems very. Внешне выглядит. Apparently it seems that I'm very happy. Что я очень счастлив. I already told many times. Я уже много раз говорил, что счастье. Pain and pleasure, happiness, боль и страдания. Those terms. Все эти вещи, они такие временные. Those sounds, those shabda, как звуки эти, такие явления, они не имеют вечного, не имеют вечного существования. In the background of past, present and future, you cannot find this, because it is only related to this matter. Поскольку эти все вещи, они связаны с материей, плотью, кровью, и материальным умом. Nothing else. Ничего иного в них нет. И вот Кунти Деви спрашивает, она просит Господа, что сейчас мы попали в такую плачевную ситуацию. А вот сейчас это все кончилось, и Кришна просит позволения у Кунти уйти в Двараку. Что да, я давно с вами. Ядвамша и Вришвамша, они тоже хотят встретиться со мной немного. Ответственности перед ними нет. Мы не можем отпустить тебя. Сейчас вы обрели независимость. So no enemy, и не осталось у вас никаких врагов, кто мог бы сражаться с вами. Вы можете наслаждаться вашей жизнью, вашим царством. И Кунти говорит, что ты говоришь, это, в этом есть проблема. Ты говоришь, что мы счастливы, но нет. На самом деле сейчас настоящая проблема начинается. Ты говоришь, что все наши проблемы кончились, но сейчас я вижу, более крупная проблема приходит. Мы можем развить ложное эго, возгордиться своим царским положением. И это большая проблема. Смотрите, насколько разумно Кунти. И насколько глупы мы. И вот Кунти Деви говорит, настоящая проблема начинается сейчас. Говоря искренне, все проблемы, которые посланы Бхагаваном в нашу жизнь, это благословение от Него. И вот все эти исторические страдания и прочие, вещи, они были посланы в жизнь панча-пандавов как проклятие, но это было благословением, поскольку Кришна был все время с ними. Но далеко не каждый может это понять. И вот говорится с Санатан Госвами, он объясняет, что все проблемы в жизни панча-пандавов, они все были посланы Бхагаваном. Почему? Чтобы прославить панча-пандавов. Сколько веры они имеют,
мои лотосные стопы, сколько любви они имеют в мой адрес, иначе я могу показать этот материальный мир. Кто-то совершает баджан. Если он потеряет какие-то деньги, или дети его умрут, или жена как-то ведет себя недостойно, или выступает против мужа, и такие люди необычно возмущаются и прекращают совершать баджан, не видя милость Господа, поскольку они хотят занять Бхагавана в своем служении. И у многих людей Харибаджан выглядит таким образом, что они пытаются занять Бхагавана в служении себе. И в любых ситуациях они могут быть ачарьи, носить одежду саньяси и прочее. Но часто можно видеть, что таких людей не хватает шаранагати. Не каждый может понять значение этой шлоки. We cannot realize. Basic thing, Saranagati, backend. Шаранагати у них не хватает основы. Шаранагати не хватает, значит, весь баджан он пуст. Если нет основы шаранагати, то значит все остальное тоже, естественно, нет у нас. Totally backend. Because поскольку Шаранагати is a vital, most vital thing. Это главное в нашем баджане. Шаранагати – это важнейшее в нашей жизни. И когда шаранагати может прийти, если я скажу вам, чтобы мы, у нас была, появилась преданность лотосным стопам Шрилы Прабхупады, но как это возможно, если мы не знаем славы Шрилы Прабхупады? То есть кто знает его славу, они, естественно, предаются ему. Anybody can come or can go away, I never mind. Don't care. Шаранагати – это основа, это основание, фундамент нашего баджана, и шаранагати может явиться, если мы знаем славу Бхагавана, Гуру и Вайшнавов, иначе как мы можем предаться им, если мы ничего не знаем о них? Если наше сердце не поддерживает что-то, то как мы можем предаться кому-то? Махараш приводит пример, что если кто-то кого-то заставляет предаться какому-то ачарье, но человек не может, поскольку он не понимает смысла, не видит слова этого ачарья и прочее. Но если сердце... То есть сначала человек сердцем должен предаться, а не просто как-то физически. Если он не видит достойного поведения какого-то ачарьи, то как он может предаться ему? Как сила, нельзя заставить кого-то предаться. Это естественно должно быть, исходить из сердца. Нельзя кого-то заставить предаться какому-то ачарью. А сейчас, к сожалению, такое иногда происходит. И часто бывает стратегия проповеди многих проповедников, и это терпеть не могу. Когда выступают против чистой Сиддханты, лучше, если принять яд и умереть, чем проповедовать таким бестолковым образом. Проповедь не значит, что мы должны прекратить проповедь Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати, проповедь, это не значит, что мы должны проповедовать в полном противоречии с проповедью предыдущих ачарий. Такое часто можно наблюдать, что люди вроде как занимаются проповедью, но на полном противоречии с проповедью предыдущих ачарий.
И вот такая, если неблагоприятная ситуация возникает, есть позитивная ситуация, Шаранагати может прийти тогда, когда мы поймем славу того или иного вайшнава, и естественно Шаранагати возникнет, никто не заставляет нас, не слушая. Как я когда я увидел фотографию моего гуру, да, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Мое сердце сказало, что это мой гуру, тот, которого я ищу. Я, поскольку у меня была истинная потребность в гуру, я искал подлинного гуру, и по милости Нитянанды он пришел ко мне. Нитянанда помог обрести мне моего гуру Дева. И вот. Я даже не читал, не слушал его харикатху, а просто увидел его фотографию. Ачарана настолько могуществен. Может, я в прежней жизни видел Гурудева, а в этой жизни еще нет. До этого Гурудева я никогда не видел, но первый раз увидев его изображение, я был вдохновлен. Я не видел, как он себя ведет, как живет, что говорит. Я просто не читал до этого его книг, я просто увидел его. Я первый раз в жизни, его фотографию в каком-то журнале, я понял, что это он, поскольку энергия. Это фотография Гурудева, она сама за себя говорила, что чисто преданный по милости Нитянанды. Я мог это сразу увидеть и осознать, что вот это тот подлинный саду, которого я ищу, поскольку Ачарон, идеальный характер, это он происходит от Харибаджана. Я почувствовал, что это тот великий преданный, ради которого я совершаю аскезы, чтобы встретиться с ним. Ята ята атма паримиджита сау, матпунна гата савано виданой, тата тата пашати басту сикшам, чакшусайва аньяна сампрадюкта. И чем больше мы слушаем харикатхи, тем больше мы обретаем сатсанги. Под именем сатсанги мы не должны прыгать в огонь, я не могу позволить этого. И тогда вы можете осознать ваше видение, ваш даршан, ваше мировосприятие, мировоззрение, оно исправится. Тем больше вы осознаете, тем больше вы будете слушать харикатху, тем больше вы улучшите свое мировоззрение, ваш даршан, поскольку баджан, что такое баджан? Баджан значит очистить наш даршан, улучшить наше мировоззрение, это как математика. Баджан значит очистить наш даршан. Баджан значит очистить наше видение, обрести Вайкунтха даршан. Баджан значит Вайкунтха даршан. Если вы совершаете баджан всю жизнь, но не развиваете Вайкунтха даршан, то что толку от такого баджана? Если вы не развиваете Вайкунтха даршан, и поэтому ваш баджан он не совершенен. Вы должны развиваться дальше. И вот различные опасности мы ожидаем от Бхагавана. Обусловленные души, они не готовы совершать харибаджан, служение, они не знают. Они хотят чувствовать себя как-то удобно. Почему я должен посвящать свою энергию харибаджану? Почему мы должны заниматься ванисевой, служить Гурудеву? Кто-то думает, что лучше отдыхать и повторять харинам и ничего не делать. Но, к сожалению, у многих такое, такие мысли. И вот как моя мать, она
в Индии традиция, каджалам, глаза мазают, как черная это краска, ну что-то вроде как черная краска, но по аюрведе считается, что зрение улучшает. И также здесь, чем больше вы слушаете харикатхи, вот из подлинного источника, чем больше вы очистите ваше видение, ваш даршан, и тогда вы поймете трансцендентные вещи Бхагавана, Хари, Гуру, Вайшнава, Дама, Нама и все остальное вы осознаете. Не перед этим. Только посмотрите, какое чувство терпения у Судама Випра, какое огромное терпение он имеет. Как Судама Випра страдал. Это не какие-то пустые разговоры, это не шутки. И вот в Бхаджитрахасе Бхактион Такур пишет, что мы должны развить качество терпения, подобное дереву. Если кто-то рубит дерево, дерево не возмущается, что оно плохого сделало. Но дерево, это дерево, оно не говорит такому человеку, что я не дам вам ни тени, ни фруктов, ни листьев, ничего остального, поскольку срубили какие-то ветки. Дерево, оно не возмущается ничему. И все же дерево дает все всем, кто нуждается в чем-то. То, что имеет дерево. И поэтому это учение Махапрабху. И наш Бхактиван Такур пишет в Киртане, Тароропи Сахишнуна. Тинадави Сунничану Тароропи Сахишнуна. Аманина Манудину Киртанию Садахари. И вот в форме Киртана, очень просто, Бхактиван Такур пишет, как дерево, если его срубить, то дерево, оно не возмущается, не протестует никак. Никто не, если не поливает дерево, дерево тоже не возмущается и не просит ни у кого воды. Кто-то спросит фруктов, кто-то цветов у дерева, кто-то листьев хочет набрать, как эти листья Белла, они в медицине используются для поклонения Шиве. Дерево тоже используется, чтобы совершать яги. И вот дерево никогда не возмущается против каких-либо действий, предпринимаемых против него. И вот дерево, оно защищает нас от солнца с помощью своей тени. Шрила Прабхупада пишет в своей поэме «Вайшнаваке», и вот там есть такие строки, что что мертвый человек не может проповедовать. А что это значит? То есть тот, кто не совершает баджан.
То есть Шрила Прабхупада приводит пример такой, что те, кто просто живут, не занимаются огнями, не совершают харибаджан, такие люди, подобные мертвецам, они даже не могут немножко потерпеть каких-то неудобств. И вот Шрила Прабхупада пишет в своем киртане. И вот это строго запрещено мертвым людям, но имеется в виду те, кто сами не совершают баджан, им запрещено проповедовать тем, кто не имеет должного почтения и уважения к Гуру Парампаре, поскольку такие люди, занимаясь проповедью, у них никогда ничего хорошего не получается. И поэтому это научная сиддханта. И вот Шрила Прабхупада пишет в поэме «Вайшнаваке». И вот это стихотворная поэма, написанная Шрила Прабхупадой. Кто такой Вайшнав? Шрила Прабхупада много там примеров приводит, но один из главных вот эта шлока. И вот что значит жизнь? Прана значит жизнь. Если у нас есть наша жизнь, согласно биологии, у нас есть какая-то прана в нашем теле. Мы такое живое существо. А в соответствии с определением баджана, Бхактивинода Такур описывает в киртане, что Шикая Шаранагати, Бхактивинода Пран. Вот Махарадж произносит. И в жизни Судама Випра можно найти все эти примеры. Даже в жизни Кришны, Верховного Господа, можно увидеть, что у него есть Шаранагати и все остальное, не только Судама Випра. Кришна, он тоже показывает своим примером, как предаваться лотосным стопам Гурудева. Бхактивинода Такур пишет. Смирение, самопредание. Гоптитта Варон, Бхагаван защитит нас. Дунья, Атма Ниведон, Гоптитта Варон, эти шесть этих качеств. Бхакти анукула матто карджарасика, бхакти пратикула бхаво варджан ангика. Мы должны принять решение прекратить асатсангу. Если я знаю, что мой отец это асатсанга, я откажусь от своего отца. Если я обнаружу, что мой отец это асатсанга, я откажусь от него. Если кто-то зовет нас, то, с одной стороны, нужно подойти, выразить почтение, особенно если мы живем в каком-то обществе, иначе нас как-то плохо подумают, неприлично будет. Но Шрила Бхактивинода Такур, что говорит, завтра буду обсуждать это. Вот баджан — это не шутки. Те, кто хотят доказать, что баджан — это шутки, они обманывают меня. Несомненно, Бхагаван может спасти меня. Если я предамся лотосным стопам Кришны, Кришна, он защитит меня, он даст все, что необходимо. Кришна может спасти нашу жизнь, даст нам все, что нужно для нашей жизни.
И тогда и мы можем жить так под защитой Кришны. И Кришна также спасет нас от всех опасностей. Это обещание Бхагавана в Бхагавад-гите. Aham tam sarva papebhyo moksha ishami masucha. It is the commitment of Bhagavan. Bhagavan, он дает обещание Бхагавад-гите. You need not lament. Что нам не нужно, и нам не нужно жалеть. Бхагаван, он может спасти нас, и поэтому Бхагаван, он... И вот эти качества смирения, донья, атманивидон, самопредание, гуптитаварон. Господь, Он может позаботиться о нас, дать нам полную защиту. И другие два условия. Бхакти анукул. Благоприятно, это очень важно. Весь мир. Он не уделяет внимания этим вещам. Весь мир. Он забывает об этом, это очень важно, Рупа Госвами Пад пишет об этом. Наша решимость, Шрила Прабхупад говорит, я принял решение не совершать асатсангу, но мы не приняли такого решения. Постоянно идем на компромисс, если кто-то зовет нас, то идем, но мы не знаем, что мы должны отказаться от асатсанги. Девиз Шрилы Прабхупады был «Сделай или умри». Если это асатсанга, то я не пойду ни при каких условиях, не важно, чем меня там будут кормить, как принимать, сколько почтений выражать. Я все равно проигнорирую такое предложение, поскольку на пути баджан это очень важно отказаться от асатсанги. Нельзя идти ни на какие компромиссы. Компромисс значит, если мы идем на компромисс с кем-то, кто негативным образом действует, значит, мы должны оставить что-то плохое и принять что-то, оставить что-то хорошее и принять что-то плохое от них. Это научно. Компромисс, значит, если мы идем на компромисс с каким-то обществом, я знаю, что это какие-то эти бизнесмены, а не духовные люди. То есть, если мы идем с ними на компромиссы, то мы должны оставить что-то хорошее и принять что-то плохое от них. Поэтому лучше умереть. И такая решимость должна быть в нашей жизни, чтобы построить наш баджан, нашу жизнь в баджане. Мы должны принять решение, мы должны принять обет, что мы не будем совершать никакой сатсанги, тогда мы сможем обрести милость от Шрилы Прабхупады. Можно видеть, что люди ходят на все подряд праздники. Если какой-то пир где-то, они идут, независимо от того, кто организует. А Шрила Кешава Госвами Махарадж и Горкишвара Дасгопи Махарадж говорят, настоящий пир — это пир Хари Катхи. Или иногда бывает, что нанимают какого-то постороннего человека на зарплату за платит ему деньги за то, что он готовит, но примет ли Бхагаван такое? Я в таких местах никогда не принимаю никакой еды в таких местах. Лучше я пойду что-то получу в подаяние с чистого источника, чтобы как-то поддержать свою жизнь. Махарадж никогда не идет ни на какие компромиссы.
Тем более, если видно, что это не просад, а какой-то яд, то тем более не нужно этого принимать. Махапрабху сказал, Рагхунат Дас Гасай, он очень строго следовал всему. И вот Махапрабху говорит, когда Рагхунат, он избегал, когда Рагхунат Дас Госвами избегал денег, которые послал ему отец для того, чтобы он поддерживал свою жизнь, Рагхунат Дас Госвами ни копейки не брал с этих денег. Рагхунат Дас Гасай приглашал Махапрабху, чтобы тот принял прасад, который куплен, приготовлен на эти деньги, но сам он не принимал. И однажды он прекратил приглашать Махапрабху, и Махапрабху, он шутя, спросил. И вот Махапрабху, шутя, спросил Сарупгасая, «О, Сваруп, почему Рагхунатха меня больше не приглашает, чтобы я принял прасад в его месте? О, Сваруп, почему? Что случилось?» И Сваруп сказал, «На самом деле, Прабху, смотри, Рагхунат долгое время думал, что мой отец, мои родственники, они материалисты, и поэтому, может быть, они все материалисты, может быть, наш Махапрабху не доволен этим, что он принимает прасад в их этих местах. И вот Махапрабху, может, не хочет принимать этот прасад на деньги моего, приготовленные на деньги моего отца. И Бхактивинода Тхакур в своей статье, и у него есть статья о том, что Шуклаврити, наш источник наших денег, должен быть чист. Вайшнавы, они должны использовать Шуклаврити, если они домохозяева, и все равно они должны зарабатывать деньги честным путем. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своих статьях, если вы какие-то нечестным способом какие-то черные деньги зарабатываете, то и используете эти деньги для поклонения Господу, то Господь не принимает такого. Мы должны честным трудом зарабатывать деньги из заработанной вашей энергии, и это можете использовать для служения Гуру Вайшнавы. Они тоже никогда не стремятся и отказываются от черных денег, поскольку вы думаете, что это прасад, что вроде как предложено, но кому? Он кто-то совершает лак харинама. Кем предложено и кому? Это Бога, это подношение уже предложено. Кем предложено? Совершает ли этот человек лак харинама? И тот человек, который ответственный за этот прасад, который организовал ачарья или дом хозяин, в доме которого это все происходит, каково его положение? Как вот если все узнать, и потом можно подумать, прасад это или нет. Это сиддханта очень такая сложная, не все могут осознать это, и тем более следовать. И это нужно это делать.
И это зависит от многих факторов. И вот Рагунат Дас Гасай думал, что мой отец отправил деньги, и эти деньги, они деньги наслажденца моего отца. Мой отец материалист, хотя внешний тилак носит, кантхимала носит, харинам повторяет, и кадыши следует. Но Махапрабху сказал, они служат Гуру и Вайшнавам, посылают деньги Вайшнавам в Синавадвипа, Шантипура. Они так много пожертвований совершают. Отец Рагунатха так много денег давал в различные Вайшнавам Шантипура, Навадвипа и прочих мест. Но все же Махапрабху, он не признавал, он не говорил. Отец и дядя Рагунатха, они Вайшнава, Махапрабху не говорил об этом. Просто то, что они совершают пожертвования, это не значит, что человек уже стал Вайшнавом. Если вы даете какие-то пожертвования мне, это не причина, по которой я могу назвать вас великим Вайшнавом. That doesn't mean I can declare that you are great Vaishnava. I cannot do. You can give donation, not donation. That's up to you. Это зависит от вас, а не от I меня. Cannot speak lie. Я не могу говорить лжи. Махапрабху, он дает такой пример. Он говорит, Рагунат, отец и дядя, они оба, они материалисты. И Махапрабху сказал, что если мы будем есть еду, if your heart is contaminated with matters, от тех людей, money, position, чье сердце осквернено материей, то, то есть, то, если мы будем принимать деньги или какую-то еду от таких людей, то наш ум тоже осквернится, и мы не сможем говорить подлинную харикатху. Наш ум он станет осквернен. Как в этой шлоке говорится, что мы не должны есть ничего. От материалистов, поскольку если мы что-то примем от них, то наш ум осквернится, мы не сможем помнить Кришну и Сидданту. И это подобно яду, осквернению. И вот Рагунат Махапрабху спрашивает, почему Рагунат он прекратил приглашать меня на прасад. Сварупа Гусай сказал, Рагунат, я думал, подумал. И вот Рагунат подумал снова и снова, что мой отец и дед, они богаты, но они материалисты. И я на их деньги организую прасад для Махапрабху, для Бхагавана. Может, Бхагаван любит меня, поэтому он принимает это, не может отказать мне, и Махапрабху не говорит этого. Может быть, Махапрабху из-за уважения ко мне, из-за своей этой любви и уважения, он принимает прасад, несмотря на то, что это не совсем правильно. Но с моей... Но умом Махапрабху не одобряет это принятие прасада, приготовленного на деньги моего отца и брата. И вот так он думал. И вот вчера я говорил о том, как, какой великий преданный Судама Випра. Судама Випра, он нишкинчан. Нишкинчан, чистый преданный и он всегда совершает Кришна Баджан. Я начал с этого, что если есть как мы бедны или какие-то проблемы, мы не можем совершать баджан, это не причина Судама Випра. Внешне можно найти
что, вне, что Судама Випра очень беден. И вот Судама, но я уже объяснил, и мы можем вспомнить несколько дней назад, что я объяснял. Я объяснял то, что вот эту шлоку даридра. Даридра тот, кто всегда чувствует неудовлетворение. Я уже объяснил разницу между крипоном, это скупец. Как в материальном мире, если люди слишком скупы, то их называют скупцами из-за того, что они слишком жадны и не тратят ни копейки денег. Но в этом случае значение этого слова таково, что человек, который не использует свою энергию и все остальное для Хари Бхаджана. Blood and energy and resources for Hari Bhajan. That's why I am miser. И поэтому такие люди, они считаются скупцами в соответствии с Сиддханта Шастра. Если глубинное значение этого слова. Те, кто не находятся под контролем Бхагавана, те, кто не находится под контролем Гуру Вайшнавов, те, кто не имеют, не могут контролировать свои органы чувств, те, кто имеют, а те, кто не могут контролировать свои органы чувств и ум, они они не заинтересованы в служении Бхагавана, а просто ищут какие-то посторонние вещи. Такие люди называют скупцами. Их органы чувств не находятся под их контролем. И поэтому посторонние люди, рупа, раса, шабда, спарша, ганха, они вот заняты удовлетворением своих органов чувств и только этим и занимаются, и поэтому они таким образом не могут совершать Хари Бхаджан и не хотят, поэтому они называются скупцами, крипонами, поскольку всю свою энергию, ресурсы тратят только на свое наслаждение. Enjoy yourself. That is their problem. But Sudama Vipra. Но Судама Випра. Is ideal character. Он имеет идеальный характер. Он великий преданный. I already told. Я уже сказал. After being. Будучи. After being requested by wife repeatedly. И вот жена намекнула ему, что хорошо бы сходить к Кришне. И Судама Випра согласился, что очень, да, очень хорошо бы сходить и встретиться с Дваракадишем Кришной. И вот хотя жена, она вдохновила его, отправиться в Двараку, встретиться с Кришной, чтобы автоматически все проблемы их решились. Понимаете, о чем я говорю? Хотя жена вдохновила,
мотивировала мужа пойти, причем не насильно, а просто намекнула, что хорошо бы ему встретиться с мужем Лакшми Кришны. И поскольку Кришна очень уважает браманов и вайшнавов, заботится о них, он, несомненно, решит все наши материальные проблемы. Но Судама Випра не думал об этом, он Парамахамса. И вот жена попросила, намекнула ему, что хорошо бы с ему сходить в Двараку. Но и вот Судама Випра подумал, что да, я получу даршан Бхагавана, насколько я удачлив, поскольку моя жена вдохновила меня пойти и получить даршан лотосных стоп Бхагавана Шри Кришны. Ayam hi paramalabho uttama sloko darshanam. Ah, how lucky I am! Насколько удачлив я, могу получить даршан уттам шлоки Бхагавана. Гамунайо матим даде. I already discussed yesterday. Я вчера говорил уже об этом и думая таким образом. Судама Випра решил отправиться в Двараку, чтобы встретиться с Кришной, но спросил, я встречусь с моим другом, если что-то, если что-то, что принести ему, поскольку нехорошо идти с пустыми руками, если мы идем к Гурудеву, Бхагавану или другу, или каким-то родственникам даже, нужно какое-то угощение или что-то с собой принести с пустыми руками. Никто не ходит, если у тебя что-то, если есть что-то, давай, прямо сейчас пойду. Iti sanchinto manasa gamana yamatim dadi. After thinking positively, и вот думая таким образом, he took decision. Iti sanchinto manasa gamana yamatim dadi. Opi astu upayanam kinchit grihe kalyani diyatam. If you have anything, you please give me. Если есть у тебя что-то, дай мне, я не могу идти с пустыми руками к Кришне. И жена подумала, что дома ничего нету. See, going outside, wife, going outside to beg for something. И вот она пошла просить подаяния. И здесь говорится, она... Вибрано, притуку тондулану, чойло хандену тану бадья, бхарте, Прадад упаянам. Бхарте прадад упаянам. Упаянам? Упаянам здесь значит... Presentation. Упаянам. Ано. Донейшн. Попадание. Пошла просить какое-то. Wife going outside immediately after hearing... И вот жена, услышав такие слова, муж что-то готов идти прямо сейчас, она пошла просить подаяния. Immediately after hearing the decision. Immediately after hearing the decision of husband, wife going outside in the village. И вот она пошла в деревню и начала просить. Begging for four houses. Подаяние в четырех домах. Four handful of broken. И вот ей дали плющеного риса, причем не целого, а такого. В общем, не целого риса. И она завернула в одежду мужа. Одежда была порвана во многих местах, но какая-то часть была целая. Вот она завернула этот ломаный рис, и Судама Випра
пошел в Двараку встретиться с Кришной. И вот Судама-Випра начал и пошел счастливо, думая о предстоящей встрече с Кришной. У него не было никакого богатства, ему, у него голова была свободна от думания о том, как сохранить это все. No temple, so no headache, only Harikatha, go on. Вот Махарадж говорит, что у него тоже ничего нету, никаких материальных богатств, поэтому голова об этом не болит. И вот Судама Випра, он взял это пожертвование для Кришны и пошел в Двараку. Майхам катам сад ити чинтаяно. Шо тано адаю, taking that donation, taking, locking, that donation and starting. Завернутый рис свою одежду взял и пошел. Мой Гурдев достаточно давно. Гуру Махарадж всю жизнь был нищенчином. Если кто-то отдавал ему 10 рупий, он... You can cry. I have letter. У меня письмо есть. Гуру Махарадж писал письмо одному преданному, что у меня есть Радхашта, именно скоро будет в Калне был храм у Гурдева. И вот Гурдев просил, если вы пожертвуете мне 50 рупий, я могу вам вернуть. В смысле, дадите, я вам верну впоследствии. Это в 1958 году было. Это 50 рупий, очень большие деньги были для в то время. Сейчас можно видеть, есть множество удобств, но, к сожалению, баджан мало кто совершает, а в то время был недостаток денег и всего остального, но как-то баджан был лучше. All the way he is doing Harinam. И вот он пошел Двараку, и по пути он повторил Харинам и думал, как я могу встретиться с Кришной. Я так давно его не видел, как Кришна обнимет меня. И он не думал о том, что он получит от Кришны. Нет, он об этом вообще не думал. But he's not thinking. This жена как бы послала ему его что-то спросить у Кришны, каких-то материальных благ, а Судама Випра даже мыслей таких не было. Он просто думал о Кришне, повторял его имена, думал, узнает его Кришна или нет, его друга детства. Смотрите, какие парамахамсы, они не думают ни о чем материальном. И вот how I can meet with? What is our first meaning? И как уже after long gapping, because I was boy that time I met Krishna. И вот он Судама Випра видел Кришну в детстве. Потом прошло достаточно много времени, и он думал, узнает его Кришна или нет. Only this, all the way, not thinking. И вот он шел, думая об этом. Сатану адаю випрагру праджаджоу дару кам кила Кришна даршанам катам маджам сад ити чинтаян whole way only thinking how I can meet with Krishna. И вот он думал о том, как встретиться с Кришной. Hello. When Sudama Vipra
И вот когда Сударма Махапрабху дошел до Двараки, он повторил Харинам. Не было никакого неудовлетворения у него. Он Парамхамса. Он не испытывал ни жажды, ни голода. Как Мадхавендра Пурипат, он тоже не просил ни воды, ни еды, ничего ни у кого, но был удовлетворен. И достигнув Двараки, Дварака — это большое царство, посторонних не пускают, и говорится, Трини, Гульмани, Атитайо, Тришаха, Какхашча, Дижаха, Випро, Випро, Агамьяндхако, Бришинам, Грихешу, Очитто Дхарминам. Is it written that after crossing? И вот здесь описывается пересекя. Because there was guard, guardman. И вот там был этим. В общем, охранники были на входе в Двараку. И вот эти охранники защищали Двараку от посторонних, и наш Сударма Випра, он счастливо зашел в первые ворота, вторые, третьи. И вот он прошел все эти... всех этих охранников, никто не спросил у него ничего. So this way, going to enter, and after that, и после этого going to meet with the big palace. Он увидел большой дворец. Спросил, чей дворец? Кришна, говорят, дворец. Ну, тогда зайду внутрь. Who can say which is Krishna staying in which palace? Well. А там еще много дворцов было вот. Well, I can enter. Because Krishna having у Кришны было 16108 жен. 16108 wives. 8 wives, men wives. 8 главных жен и остальные такие второстепенные. Сударма Випра никогда не видел таких дворцов. И тогда, без всякого сомнения, он хотел зайти в один дворец, он не знал, Кришна там или нет, но случайно вошел. И внезапно он обнаружил, что внутри сидит Кришна на кровати и разговаривает с Рукмини, с одной из главных жен. И после этого Кришна, увидев своего друга, он спрыгнул и побежал к нему, чтобы встретиться, обнять его. И Рукмини подумала, что случилось, что он спрыгнул. Он увидел своего друга, и Кришна спрыгнул с кровати и побежал в сторону этого Сударма Випра. He's jumping from the bed and running outside. Oh, my friend, you come. And he jump. Trini gulmani atitayo Trishaho kakkhas chasadijaha Vipro agamyandako Vrishinam grihesu Achyuta dharminam Achyuta vrata. Achyuta vrata. Sudama Vipro. Sudama Vipra.
Он необычный человек. Он великий преданный, великий Парамахамса, который взял обет в своей жизни совершать Кришна-бхаджан. Если я возьму обет такой, что я буду совершать Кришна-бхаджан или умру, я сделать или умереть, Судама Випра, он такой преданный. Он решил, он взял обет в своей жизни совершать Харибаджан, он принял Ачютаврату. Те, кто совершает Ачютаврату, кто может остановить их, если какая-то сила в этом мире? Те, кто совершает Ачютаврату, Харибаджан, кто может остановить их, если какая-то сила? Ar keno maya jale. I was speaking now. Ekita, if you are enjoying. Если вы. Вот Махарадж вчера говорил о киртане. Там говорилось, что если вы, у вас будет 100% шаранагати в адрес лотосных стоп Кришны, это есть подлинная свобода. Если вы полностью предались. If you are 100% surrender unto the lotus feet of Krishna, Шри Кришна, это зовется подлинная свобода. Но кто-то превратно понимает, если вы 100% предались лотосным стопам Шри Кришны, это есть подлинная свобода. But what you are enjoying at present is not liberty. Чем вы наслаждаетесь сейчас, это не свобода, а вы находитесь под контролем Майи. Хотя, может, с вашей стороны выглядит, что вы свободны, но вы полностью под контролем Майи. И это превратное понимание. И что говорится здесь? Srimad Brahmanandam gato yatha, without any calculation. Без всякого подсчета Судама Випра вошел. Кто знает, где Кришна? Кришны 16108 жен. Кто? Где конкретно Кришна находится в этот момент, но Судама даже не спрашивал, в каком конкретно дворце он находится, но из-за огромной любви, которая есть у него к Кришне, это любовь, она подсказала, любовь — это наш главный путеводитель, он любовь, она покажет нам, что есть где. И вот любовь Судама Випра, она была главным направляющим для Судама Випра. Это есть Сиддханта, любовь к Кришне, она доведет нас до самого Кришны, как кто рассказал Шукадев Госвами, что там Бхагавад-катха собирается, кто его оповестил, что Парикшит Махарадж, он ждет, он на волоске от смерти в Шукратал-кшетре, иди туда. Кто ему сказал это, кто информировал? Это мой вопрос вам. Без всякого письма или прочего оповещение Шукадев Госвами сам пошел в нужное место, в нужное время, в Шукатал-кшетру на берегу Ганги. И вот в этом есть моя Сиддханта. Любовь — это наше главное. Кто информировал Шукадев Госвами? Никто. Я уже сказал. Автоматически, спонтанно это произошло. Никто не знает, кто он. Шукадев Госвами, кто знает? У него он пришел. Body, dirty,
И вот Шупада Госвами пришел в, без одежды, с грязном виде, со спутанными волосами. И никто не знал, что он великий преданный, что он лучший из Парамахамс по рождению, но никто не знал, думали, ну, имеется в виду, обычные люди думали, что какой-то нищий ходит тут без одежды. И вот любовь — это наш главный путеводитель, и в этом Сиддха-Сидданта. Кто может вести нас? Это только любовь. Что, как я могу узнать, что Гуру Махарадж, что ушел 20 лет назад, но как узнать, что хочет от нас Гурудев? Если мы преданы Гурудеву, куда Гурудев ушел? Гурудев, он в тонком виде, в тонкой форме пребывает и смотрит на то, что мы делаем. Шрила Прабхупада смотрит на нас, на наши действия, на наши мысли, и куда Гурудев ушел. Он, если мы на 100% предались Гурудеву, и наше сердце в гармонии с ним, то мы поймем, что нужно делать в тот или иной момент. Мы будем получать наставления от Гурудева. Как в случае с Рамануджачарьей. Вы можете вспомнить, много раз я говорил. Гурудев, Парам Гурудев, он показал три пальца. Как это возможно? То есть, когда он, в смысле, в момент своей смерти, он просто показал три пальца, и Рамануджачарья принял обеты. Я напишу комментарий к Веданте. Это первый палец открылся. То есть Гурудева так, в таком положении руки были. Руку. И когда тот взял первый обет, первый палец открылся. Второй обет дал, второй открылся, третий. Как это возможно? И вот это практический пример. Если вы находитесь в гармонии с Гуру Варгой, Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур и мой Гурудев, наша Гуру Варга, они несомненно, если вы находитесь в гармонии с ними, то вы узнаете, что нужно делать и что не нужно. Если они скажут, что сейчас ситуация очень скверна, нужно прекратить харикатху, я прекращу сразу же, когда я узнаю об этом, как Ваман Махарадж, Ваман Госвами Махарадж в своем баджанном кутире в Шарапуле на берегу Ганги. Ваман Госвами Махарадж очень часто спрашивал о Гуру Варге ночью. И статья такая есть на бенгали, на английском. И вот можно изучить, и что же там говорится. Много раз севак смотрел, что Гурудев внутри комнаты в своем баджан кутире ночью, когда света не было, севак спал, и Гурудев тоже спал, но Гурудев спрашивал, как, сколько мне нужно находиться в этом мире, сколько, то есть он у Парамгурудева, своего Гурудева спрашивал, сколько ему нужно еще находиться в этом мире, и севак утром спрашивал, с кем ты разговаривали. Morning time, Sevak asking to Vaman Goswami, Gurudev, Gurudev, и вот с утра он спрашивал, с кем вы разговаривали. Ваман Госвами Махарадж говорил, моя Гурварга пришла. И кто-то думает, что Ваман Махарадж сумасшедший, с кем он говорит, вроде никого нету. Он, по идее, спать должен. Но спрашивал Гурварге, сколько еще нужно ему жить в этом мире. О, да. И Гурварга одобрила ему какое-то время жизни в этом мире. Гуру Махарадж
И Гурудев сказал ему, что рано уходить нужно, дольше жить. Понимаете, о чем я говорю? Прекратить говорить харикатху. Нужно или не нужно, это зависит от Гурварги. Разрешат ли они нам или нет. Я не могу слушать кого-то, кроме Гурварги. Если кто-то хочет прыгнуть в огонь, то что я могу сделать с ними? Я говорю, то Сиддханта Гурварги. Если кто-то хочет слушать или не хочет, это зависит от них. Я не ожидаю ничего. И вот сейчас. Without any information. Без всякой, без. Love is the main guidance. Любовь это главное руководство. И Судама Випра не спрашивал, где Кришна, как, в каком конкретно дворце находится. Он зашел в первый попавшийся, и там был Кришна. И он, зайдя, как только Судама Випра зашел, он почувствовал какую-то радость, поскольку Бхагаван, он Анандам Брахма. Бхагаван, он полон радости. И Бхагаван также заметил его. В начале всего Судама, он зашел в первый попавшийся дом из 16108 этих дворцов. Кришна мог быть в любом дворце, но благодаря своей любви и удаче он зашел туда, куда нужно, и Кришна увидел его. И он почувствовал огромную радость. Он увидел Кришну, сидящий на кровати с Рукмини. И Судама Випра, увидев Кришну, очень обрадовался. И Кришна тоже. Он спрыгнул с кровати и побежал к Судаме Випре, обнял его Рукмини, спросил, куда же ты побежал. Прия парджан камаститаха шахошоттхайо чабхетто добьям парджакрахит муда эвам билакко. This way. И таким образом. This way, after watching the coming of, this way, after watching the coming of friend Судама. Видя, что его друг Судама пришел. From. Судама. With wife Rukmini. Со своей женой Рукмини. Sitting in the bed. But jump from the bed. Rukmini couldn't realize why jumping. Вот Рукмини удивилась, куда же он убежал. Tan bilakko chuto durat priya parjan kamasita. He was sitting in the bedstead, palanka, golden, and jumping from the bedstead, and running, and sahoso thayo chabhetto, running, and going to embrace Sudama immediately. И вот Кришна подбежал к Судаме, обнял его. И вот мой друг, ты пришел ко мне вот с такой огромной радостью. Он осознал, что Кришна может понять всех дживатм. Те гопи, они спрашивали, что вы делаете с этими птицами? Эти птицы, они поют. И Кришна разговаривал с ними, гопик. Спрашивали, что ты делаешь? Кришна говорит, он что разговаривает с птицами, поскольку Кришна, он знает все языки. Кришна понимает все языки, как обезьяны. Он язык обезьян тоже знает. Или язык слонов и всех остальных животных и прочих живых существ. Кришна понимает, что они имеют в виду. И когда гопи
спросили, Кришна сказал, что говорит с ним, поскольку понимает язык всех зверей, птиц и прочих животных. So Krishna is going to run and embrace friend with full enjoyment. И вот Кришна с огромной радостью подбежал и обнял Судама Випу, и после этого он повел его в комнату, где Кришна сидел с Рукмини. И вот он взял своего друга и усадил на свою собственную кровать, где Кришна сидел и спал. И этот Судама Випра сомневался, можно ему ли ему туда сесть. Нет, Кришна сказал, сиди. Tvam vilokyachyuto durad priya parjan kumasthitah sahaso utthayo cha bhetto dobhyam parjagrahit muda. Embracing and going to bring. I can explain tomorrow how Krishna going to take care of friend. Завтра Махарадж будет продолжать о том, как Кришна с какой любовью Кришна заботился о Судаме, о своем вечном друге. У нас есть вечная дружба с Кришной. Я также могу вернуться к Брихат Бхагаватамрите. Там пример есть, как Кришна встречается со своим другом Гопакумаром. И спустя долгое время дживатма, которая скитается по множеству миров, как мы скитаемся по этим 14 мирам, и когда же мы встретимся с Кришной, изначально мы и зашли из него, но когда вернемся, и вот Гопакумар, он совершал баджан долгое время, и в итоге, я завтра буду обсуждать это не сегодня, иначе вы не поймете, когда Гопакумар, он обрел сиддхи, имеется в виду баджан сиддхи, и вошел в Голоку Кришна, он с этими коровами пришел с этого пастбища и увидел Гопакумара и побежал к нему, обнял его. «О, мой друг, что ж так поздно?» Вот Кришна сказал, о мой друг, что ж ты так поздно пришел, и завтра буду говорить об этом. Патитанам павана бхавишнабхьо намо. Випадо наива випадо, сампадо наива сампадо. Випадахо вишваранам вишну, сампадо нараяна сити. Try to be sincere in your bhajan.